Друзья, всем привет! Хотел снять обзор на комплект тормозных колодок. Вот такой вот у меня комплект, это от компании Mavica. Mavica вообще это производитель запасных частей и аксессуаров. На рынке уже производитель достаточно давно. И что у них интересного? Это стопроцентная гарантия на всю продукцию. Это 36 месяцев или 50 тысяч километров пробега. Если вас что-то не устроило, вы без проблем можете вернуть и получить свои деньги обратно. Итак, что мы видим с вами на коробке? Это бесшумное торможение. Они противоскрипные, кстати, сейчас покажу. Малый износ тормозных дисков и с добавлением керамики. Так, что у нас еще интересного на коробке? Ну, все остальное интересное это внутри. Пожалуйста, у нас комплектуются перчатками брендованные Mavica. Кстати, хорошие плотные перчатки. А то часто делают вообще тонкие какие-то непонятно из чего. Так, вот у нас сами колодки, ребята. Так, давайте мы их достанем сейчас отсюда. Колодки, кстати, ну это практически на все семейство ВАЗа устанавливаются напередок. У них все унифицировано. Помимо колодок у нас здесь есть запасные болты, есть датчики износа тормозных колодок, если у вас они стоят. И есть смазка. Этой смазкой смазывается именно прилегающая часть колодок, которая прилегает к суппорту непосредственно. И вот здесь вот, как видим, смотрите, это противоскрипные пластины. Я откровенно ни разу не видел. Ну, вообще проблема, да, я думаю, у всех большая. Когда тормоза свистят. Свистят, скрипят, это просто вообще кошмар. Я думаю, все знают. Здесь такой очень интересный материал, какой-то шероховатый прям. И смазывается, если я все правильно понял, то смазывается именно вот эти части. То есть у нас получается одна часть суппорта здесь, да, и ответная часть у нас с другой стороны. То есть ни в коем случае не вздумайте промазывать колодки, а только вот эти наружные части. Ну, что могу сказать, ребята? Визуально выполнено достаточно качественно. То есть никаких вот дефектов, литья, какого-то еще что-то, ну, ничего я не вижу. Очень интересный по цвету вот материал фрикциона с добавлением керамики, как заявляет нам производитель. Ну, в общем, ребят, вот такой комплект будем внедрять в четверку. То, что меньше изнашивается тормозной диск, конечно, это очень-очень хорошо, потому что замена тормозных дисков, ну, такое себе тоже удовольствие. По идее, так и должно быть, как бы на нормальных колодках должны в первую очередь изнашиваться колодки, и ну, диск должен максимально целым оставаться. Так что, ребята, вот такой комплект. Кому интересно, где брал, ссылки оставлю в описании. В описании под видео все найдете. Колодки Mavica.